Времени суток, YouTube. Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Сегодня у меня видео, как я анонсировал предыдущим на рыбалке. Это вот этой вот катушечки. Которую я приобрел совершенно недавно. Да? Вот. Называется она Элит. Айс Мульт пятерочка. Это новинка. Эта катушка вышла в этом году, в 2015. Это совершенно новый вариант катушки. То есть была, ну, похожая вот катушечка, подобная у Салма. Но она называлась по-другому. И там, ну, некоторые отличия, наверное, все-таки есть. Вот. Как вы уже знаете, я ее так показывал в видео, но, честно говоря, даже не собирался снимать про нее видео. Вот единственное, что, конечно, я ее когда в ней разобрался, вот, то я был просто поражен. То есть это уже, не побоюсь сказать, заявить, да, что это новое слово в зимней рыбалке. То есть я, ну, не знаю, во всяком случае, мне не попадалось в жизни катушки для зимней рыбалки вот такого вот образца, или, скажем так, такого устройства. Это совершенно другая рыбалка. Значит, ну, начну так, наверное, с внешнего вида. Покажу. Это темно-синий металлик. Вот так она выглядит. Очень интересно и очень красиво. Вот такой синеватый. Значит, вот это вот, скорее всего, не знаю, железячка. Потому как катушечка нелегкая. Значит, пробегусь вкратце по тактико-техническим данным. Эта катушка имеет 4 плюс 1 подшипника, то есть 4 шариковые, 1 роликовый. Весит 162 грамма, во всяком случае так заявил производитель. Сейчас мы это все дело проверим. Я не помню, я ее взвешивал в прошлом видео, но позапрошлым, когда покупал, но я ее просто взвешивал. Так, еще разочек. Немножко тяжелее, чем заявил производитель, она 170 грамм. Во всяком случае, вот эта, которая у меня. Вот. Передатка у нее 2,6. То есть, ребята, катуха имеет передатку. То есть, это, ну, хоть внешний вид он не такой, да, но это полноценный мульт, по сути. Вот. Значит, по лесоемкости, как заявил производитель, я еще не проверял. Вот, и, наверное, ну, все цифры проверять не буду. То есть сюда, на эту шпулю, влазит 250 метров 0,2 лески, 100 метров 0,3 лески и 40 метров лески 0,5. То есть, в принципе, под любую ловлю можно подобрать, но я не думаю, что там 0,5 это, ну, тоненькая леска. Вот. Короче говоря, что вот, допустим, мне в ней как бы обалденно понравилось. Во-первых, вот смотрите, можно снять шпулю элементарно просто. Раз и все. И заметьте, это гаечка прижимная, что часто бывает на любых других катушках, которые крутишь, не обращаешь внимания, она раскрутилась и где-то там кирдык ей упала. Вот она. Она стоит здесь мертва. Вот здесь есть, скажем так, довольно-таки приличная шестереночка. Вот. Вот так она выглядит. Смазка. Вот так она выглядит изнутри. Вот так вот. Дальше я ее не разбирал, хотя, в принципе, разобрать, наверное, можно. И все-таки раскрутил три болтика, снял вот эту вот крышечку. Вот. Сейчас я вам покажу, какой механизм находится внутри. Вот так выглядит этот механизм. Смазочка изначально, ну, я бы так сказал, маловато, я бы больше добавил. Вот, вот такой вот фиксатор сброса, то сам смотрю, вам не показываю. Вот, сейчас я ее подмажу и соберу на место. Это вот, вот эта крышечка, про которую я вот показал, да, вот она, закрывающая, скорее всего, от мусора или от влаги, я не знаю. То есть весьма и весьма прилично все, достойного качества. Сейчас я все трущиеся детали подмажу и соберу по новой.
Что еще хочу, на что еще хочу обратить внимание, вот я не знаю, камера покажет, нет. Все шестеренки, ведущие и так далее, вот, и передатка, все выполнено, ну, на внешний вид, во всяком случае, бронза, да, то есть желтый металл, никакого пластика тут. Это свидетельствует о том, что катушечка будет работать, ну, в общем, надежно. Это вам не какой-нибудь там силумин или прочая билиберда. Вот. Кстати, вот подмазал, я так думаю, что ход станет вообще бархатным, потому что до этого она так немножко шелестела. Вот, сейчас подмазал, скорее всего, будет, ну, в общем, соберу, прокручу вам. Ход стал даже по ощущениям поприятнее после смазочки, да, после этой процедуры. Вот. В общем, кто купит, рекомендую при покупке, ну, тут разбирать всего три саморезика, то есть конструкция несложная, сколько крутится, да, вот, рекомендую купить и подмазать, потому что смазка была, вот, но ее явно, ну, как бы, так, мазанули и все. Во всяком случае, я рекомендую. Так вот вынимается эта шпуля, есть бортик специальный, скажем так, предохранительный, предотвращающий сброс лески. И есть здесь, конечно, этот самый, немножко зазорчик. Но не знаю, это, скорее всего, не критично. Я этой катушкой не ловил, скажу сразу. Вот. Из достоинств, что меня поразило. Значит, очень легко и просто снять шпулю. Мертво закрепленная гаечка. Фрикционный тормоз, что при ловле, допустим, весьма серьезной рыбы, и он, вот он, пальцами, да, его можно ослабить, допустим, затянуть, вот, он находится в удобном месте. Еще очень немаловажно, вот если вы обратите внимание, вот сейчас я ее поставлю, этот самый катушкодержатель, да, удочки. Вот, затянул. Одно из больших, на мой взгляд, достоинств, смотрите, это вот высокая лапка. Вот я вам показываю катушку, но, правда, это самодельная катушка, это я когда-то в молодости чудил, вот. Но, тем не менее, вот почти все фирменные, вот они имеют короткую лапку, то есть вот таким спиннинговым хватом ее не возьмешь, эту без проблем, смотрите. То есть это очень большой плюс, и если там, ну, другие производители обратят на это внимание, думаю, рыболовы скажут только спасибо по этому поводу. Значит, еще что очень важно в этой катушечке, кроме фрикционного тормоза, это быстрый сброс. Вот я ее когда купил, я, честно говоря, так сижу, смотрю на нее, ну, как туземец, да, на калькулятор. Я не понимаю, что для чего, как, где сброс. Я ее когда, ну, себе выбирал, я же советовался с Димой Козенковым, за что ему респект и уважуха, что вот все-таки, ну, катушка стоит своих денег, тут каждой потраченной гривны. Он говорит: Гена, я отловил Есезон, обалденная штука. В общем, он меня спросил, что ты хочешь? Я говорю: Дима, я хочу ловить судака, это будет большая глубина, потому что, ну, у нас ловится зимой, он становится на ямы, или не на ямы, скажем так, уходит на глубину, и эта глубина будет, может быть, и 20 метров, и 25 метров. В общем, где найдем, там и будем ловить. И, скажем прямо, что, ну, большая вероятность, что может клюнуть сазанчик. Притом сазанчик — это не вот это вот свиноподобное существо, которое ловят за границей в специальных прудах, которого там поймали, оно такое круглое, оно не беспокоится, потому что, ну, у них уже имена есть, ему там зеленкой губы помазали, поцеловали, фотографировались и отпустили. Днепровский сазан, ну, скорее всего, и других рек, которые стекают, да, с течением, например, Волжский, это рыба, мама дорогая. Ну, достаточно того, что если вот вы кто-нибудь ловил этого сазана, у него мясо как говядина. Оно красное, оно не пахнет рыбой, оно пахнет мясом. То есть это такой парень-боец. Зимой он, конечно, поспокойнее, чем, ну, летом или весной, или осенью. Но, тем не менее, и зимой как бы надо потрудиться, чтобы за это самое. И вот фрикционный тормоз, вот он, кстати, ну, как, скажем так, ну, хотел сказать, как на настоящем мульту, хотя это и есть мульт. Вот он, вот фрикционный тормоз, который можно зажать, отпустить, и она будет работать вот на фрикционе. Можно включить, кстати говоря, трещотку. Вот есть переключатель. Кстати говоря, я тут пока разбирался, но я говорю, как туземец калькулятору. Можно выключить трещотку, можно включить. Что еще немаловажно, это вот эта вот кнопочка.
Я даже не сразу ее нашел. Думаю, где же сбрось лески? Мне Дима объяснял, говорит, катушка бомба. Говорит, не надо вот это вот как наматываем, потом идем, как вот, не знаю. И на руках куча лески. Ты вот так нажал и пошел сброс. Вот, видите, смотрите, ход у катушечки. Раз, и все, и она остановилась. Только маленькое движение пальцем. Вот смотрите, нажимаете кнопочку, включили, пошел сброс. Раз, все, сброс закончился. Что еще, какой вот здесь регулировка есть, это вот это вот, ну я не знаю, винт, не винт. Короче, вот этой штукой, вот ей, можно регулировать плавность хода катушки. То есть, когда вы подходите к лунке, опускаете, нажимаете эту кнопочку, и у вас, ну, балансир, допустим, там 22 грамма, да, семерочка. И он у вас торпедой пошел, чтобы не было вот опережения, кручения катушки с размоткой лески, можно отрегулировать вот натяжечками, зажиманием, вплоть до того, что практически, ну, останова. Смотрите, видите, как я зажал? Практически она вот, ну, крутится пальцем, но она не раскручивается. Хотя кнопочка вот нажата. И вот получается так, что вот, видите, я сейчас отпущу. Вот, он плавненько тут зажимается. Вот, не один оборотик надо. И вот смотрите, катушечка опять идет. Оп, и остановилась своей чередой. То есть, вот это очень-очень важный элемент. Повторюсь, это новое слово в зимней рыбалке. То есть, теперь мне... А поверьте, ну допустим 5 метров вот так намотать, это еще можно. Раз там насверлил лунок, в одной лунке покидал быстро, раз-раз-раз намотал леску, потом вот так сброс-сброс-сброс другой. Вот, тут подошел, нажал, оно пошло. 22 метра носить вот так вот на руках. Да, привыкаешь и к этому, но гораздо комфортнее носить его на шпуле. Что еще из плюсов, так это ее передатка. То есть, смотрите, вот я делаю... Кстати, надо будет проверить. Дедовский способ, но делаем. Так, вот выставляем. Я делаю один оборот катушки. Вот. Шпуля сделала 2,6, как они указали, оборотов сама шпуля. Это говорит о чем? То есть, гораздо комфортнее выматывать. То есть, вот если здесь, на вот таких подобных катушках, ну, их можно по-разному называть. То есть, один оборот, это один оборот шпули. Вот, один оборот сделал, это один оборот. То есть, сколько за один оборот она вот берет, там, я не знаю, там, сантиметров... Ну, к примеру, 10. То есть здесь будет 10, а здесь за один оборот она делает 30 сантиметров. То есть это очень быстрое выматывание. То есть раз, 10 оборотов сделал, а она, ну, я не знаю, сколько она там. В общем, это гораздо быстрее, чем, ну, я так не хотел сказать, чем выкручивать на вот такой вот катушечке. Даже просто наматывать. И еще очень большой плюс у этой катушки, это вот этот вот фрикционный тормоз. То есть фрикцион это, ну я же повторюсь, это когда ловишь рыбку и влетает сазанчик, то это очень важно. То есть когда крупная рыба, и бывают такие случаи, что влетает крупная рыбка, я не помню, позапрошлом году Миша лупанул карапейку на 9,8 килограмма. Вот, лесочка 0,16, по-моему, была, там и лунку пришлось... Раз это самое. Ну, в общем, я же говорю, что у нас велика вероятность влетания хорошей рыбки. Поэтому фрикцион это очень важно в этой катушке. Короче, вот невзирая на то, что она вот такая маленькая, вот, все-таки ее не придется на лед бросать и вот так руками. То есть этим делом может быть не так быстро, как руками, когда там за 3 секунды 1 метр выволакиваешь. Ну, не знаю, будем учиться ловить по-новому. Ведь вот если посмотреть, мы все время смеемся. Ну, с других, с европейцев, там, с американцев, с канадцев, который там домик у них, тепло, печечка, просверленные луночки, катушки безизоляционные на этих самых, на зимних удочках стоят. А ведь удобнее, ребята.
Ведь удобнее. Ну, вот вспомните времена, когда мы раньше ходили, ну, люди старшего поколения, это же было ужас какой-то. Это плащ-палатка, куча тулупов на тебе. Все, что можно шерстяное, ты себя напялил. Пока идешь, расхристался весь, а тебе пар валит, тебе, ну, дым стоит, можно сказать. Тебе жарко, ты пришел, фух, сел, раскрылся, через 5 минут ты замерз, потому что он уж перестал идти, тепло не выделяется. Укутался и сидишь, как этот луковица, в целлофане, в мешке каком-то. Сейчас уже никто так не рыбачит. Сейчас уже у всех воротексы и все, и прочее, и прочее. Все дышащее, все мембранное, все отводящее влагу. То есть, вот к одежде мы привыкли быстро. Я думаю, что через какое-то время, а может быть, это я отстал. Люди уже давно ловят нормальными снастями, вот такими вот катушечками или инерционными небольшими, но тяговыми. То есть рыбалка будет, наверное, приносить совсем другое удовольствие. Во всяком случае, вот это, снял это видео почему? Потому что буквально, ну, скажем так, рыл, ничего не нарыл по катухе, нету информации. Понимаю, что она, ну, новинка этого года, ну, хотя бы, ну, я не знаю, обзор какой-нибудь, где какая кнопка, хрен его знает. А то, ну, все пришлось методом научного тыка доходить. Вот. Позвоню Диме, говорю, Дим, как? Он мне расскажет. Мне охота ж, ну, все время отвлекать человека, что он мне. Мало того, что мне помог с выбором. Вот. Еще и, ну, будет объяснять, как туземцу, как пользоваться калькулятором. В общем, короче, ребят, я не знаю, полезно или не полезно вам. Но для меня крайне важно, чтобы это видео хоть кто-то посмотрел, кому это будет полезно. Потому как информации про этой катушечки нет. Вот такая лялечка. Вот такая лялечка. Очень мне понравилось. Надеюсь, что на рыбалочке будут только положительные эмоции. Только положительные. А, красота. Вот. Кстати говоря, приезжал ко мне Дима, Дмитрий Александрович. Вот. И сразу, а он левша. Вот. И сразу, опа, говорит, а есть на левую сторону? Значит, я не знаю, есть ли они на левую сторону точно, утверждать не буду. Но я нашел на каком-то сайте фотографию. Сейчас я ее вам покажу. Вот смотрите, на этой фотографии четко видно на картинке, да, что вот катушка, которая изображена, она для левши. Вот, то есть, вот вариант один, вот вариант два. То есть, может быть вариант и для правши, и для левши. Я утверждать не берусь, потому что сайт этот, ну, российский. Но какая разница, господи. Salma-то бренд, ну, народный, можно сказать. Вот, поэтому еще раз повторюсь. Если кому интересно, кто левша, вот, пожалуйста, фото, которое свидетельствует о том, что эта катушка может быть и для правшей, и для левшей. Вот такое видео мне получилось. Может, затянутое, может, на эмоциях, не знаю. Но, во всяком случае, счел своим долгом снять такой обзорчик на такую прекрасную катушечку. Если вам это было интересно и полезно, напишите мне об этом. Уже один человек мне отписался, который ловил этой катушечкой. Правда, к тому моменту я уже разобрался, где какая кнопочка. Он, наверное, посмотрел мое первое видео. Я как туземец смотрю, господи, я ей пользоваться и не умею. В общем, ребята, буду рад любым комментариям. И надеюсь, что не один я. Потому что вот, ну, посмотрел, взял в руки, а оказалось, что я не готов к такой катушке. Поэтому, кто ловил, пожалуйста, пишите свои впечатления, достоинства, недостатки. Будем благодарны. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ссылочка вверху. До новых встреч!